Дякую, ребят. Это Ирина Юрьевна Харькова, золотой директор компании. Ирина Юрьевна, ну расскажите нам, пожалуйста, тут кое-что мы видим уже, да? То есть что-то можно уже заметить. Расскажите, как вы докатились-то до этого? Я имею в виду до результата. До первого это понятно, у нас у всех метод один. Я вообще-то пришла сюда, в коралловую страну, для того, чтобы сначала похудеть. Потому что вес, конечно, был очень большой, мне было тяжело передвигаться. Врачи мне, да. Вы меня извините, я даже сейчас не могу сказать точно, когда у меня был инфаркт. То ли 2005, то ли 2006. Меня просто вот вытащили сюда на сцену, я... Ну дай бог всем такое беспамятство, чтобы уже забыть, когда этот инфаркт был. Потому что инфаркт был, и мне врачи запрещали подниматься даже выше второго этажа. Поддержите, ребят. Спасибо большое за поддержку. Ну, что я могу сказать? Я сейчас прошла уже, сколько, 5 киловатт. В коралловом клубе я 1.5 года. Я занимаюсь активным образом жизни. Похудела я на 30 с лишним килограмм. Занимаюсь акваэробикой. Зимой хожу на лыжах по 1.5-2 часа. Да, и вот недавно делала кардиограмму и УЗИ, и на кардиограмме вообще не было никаких следов, что у меня был инфаркт. А УЗИ показало просто возрастные изменения.